ברוך רבותיי, הוא נס בדעת השם שזדווה נצא לראש חודש אלול, הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות בימים האלו מחצות הלילה ואילך. Самое правильное время говорить слихот это с полуночи и после. То есть полночи мы говорим, это галахи к полночи, сегодня примерно к часу ночи. Аз гу эйт рацон, аз бахзя решон шел халайла, асур лома слихот ушлоша срамидот. Но в начале ночи, то есть не, до полуночи, нельзя говорить слихот, и тем более шлоша срамидот. И если человек, он находится в синагоге, что там говорят слихот до полуночи, галахи к полуночи, написано «Эйно рашай лейт старэф алэхэм», «Не нужно к ним присоединяться», «Вальшев бададидом», и сидеть нужно в углу где-нибудь с ней и изучать то, что ты изучаешь, «Вэлоэм эхэм шлоши срэм идот». И вместе с ним не отвечает «Ваяву», «Рашэм эль панау». Это большая, огромнейшая сила, но тут написано, если это не вовремя, то делать даже прекрасную вещь, как говорится, «Ваяавор», написано не вовремя, это асур, это нельзя к ним присоединяться. Дорогие друзья, «Безрадашем», «Худохагат», мы будем, чем у нас будет слихот каждое утро, «Безрадашем», присоединяйтесь, «God bless you». Еще хотел напомнить, «Безрадашем», если у вас есть знакомые или знакомых, которые вы знаете, что им нужно наркан, это, если, дай бог, они берут какие-то наркотики. Есть у нас в синагоге, израдашем, специальный препарат, который, это nasal spray, который возвращает человека, если, не дай бог, у человека какой-нибудь overdose и так далее. Есть специальный этот, это абсолютно бесплатно, пожалуйста. Если знаете, кому нужно, пожалуйста, обращайтесь к Худохагат, и мы дадим, кому нужно. Барухану Найлю, Рама Мейнами.